Итак, маркетинг-план построен с двух частей. Первая часть – это бинарная, вторая часть – это классическая. И он соединен в одно целое, называется гибридный маркетинг. Мы не можем наш маркетинг называть маркетингом бинарным, потому что это не будет правильно. И не можем называть классическим. Это соединение. Я вам сейчас напишу, каким образом это работает. Первое – это розница. Розница – это 35%, 25% и 15%. Что это такое? Если вы покупаете продукт и продаете своему клиенту, вы зарабатываете на этом 35%. Если ваш клиент покупает сам, у него есть скидка 10%, значит разница попадает к вам на счет, это 25%. Если клиент находится на автошипе, вы представьте себе, построить группу клиентскую, так включите свое воображение и представьте себе, что у вас не просто структура в десятках стран мира, но у вас и клиенты в десятках стран мира. И это сейчас возможно. Компания вышлет продукт каждому клиенту. А это значит, можно и здесь зарабатывать. А это значит, что здесь будет стабильный маркетинг на годы. Мы уже за первые 5 лет показали очень серьезные цифры, а здесь будет стабильный и на годы. Как вам это нравится? Это розница. Второй источник дохода, если вы помните, это источник, связанный с привлечением в бизнес партнеров или клиентов, но с большими пакетами. Это называется бонус за привлечение. За привлечение, так? И этот бонус от $25 и аж до $250. Итак, это очень важно, что у лидеров на старте ты включаешь в бизнес двух людей, и ты уже заработал $500. То есть это очень важно. И это аргумент для лидеров, друзья. Если говорят, что лидер, если здесь деньги, приведи в бизнес 10 человек, заработаешь $2500. Если приведешь двоих человек, заработал $500. И вот это бонус за привлечение. Третье – это бинар. Это доход с бинара. Бинарный бонус, назовем это так. Бинарный бонус. Что это означает? Когда ты привел бизнес двоих человек, так, вот здесь будем так, вот так, привел бизнес двоих человек, заметьте очень важный момент. Здесь сразу надо понимать, что бинар, как и любой другой бизнес, строится из ширины и глубины. Только ширина, если у тебя раньше она устраивалась вот таким образом, то сейчас эта ширина у тебя будет просто в двух ногах. Каким образом? Первого человечка ты подписываешь сюда, второго сюда. Куда же ты подпишешь третьего человека, который будет твоим личным приглашением? Ты его подпишешь вот сюда. Это будет твой третий человек. А четвертый человек будет у тебя здесь. Третий, четвертый. Понятно, так? Это первая линия. Это все личное приглашение, это первая линия. Но они выстраиваются вот таким образом. Это не случайно, друзья. Это не случайно, что вот таким образом первая линия у нас раскладывается, потому что это имеет смысл в маркетинг-плане. В бинарной части маркетинга мы зарабатываем в циклах. Цикл – это тогда, когда у тебя с одной стороны 600 баллов, с другой стороны 300, и ты заработал $35. 600, 300, 35. Или наоборот, с этой стороны у тебя будет 300, с этой стороны 600, $35. Баллы не пропадают. Если у тебя с этой стороны, например, было 400 баллов, так, 400, а здесь 700, так, у тебя снимется 300-600 и останется сколько? Здесь останется 100 и здесь останется 100. И они переходят на следующий момент, тогда, когда у тебя появится 600-300. Так что не переживайте, если у вас, например, бизнес перешел, как говорится, перелив в одну сторону, у вас там баллы накапливаются. Необходимо просто больше усилий посвятить второй структуре. Что касается бинара, некоторые люди делают здесь ошибку. Говорят, хорошо, а тогда давай посчитай, пожалуйста, а как выглядит мой доход, сколько мне надо сделать этого оборота, чтобы из бинара зарабатывать. О, нет, это маленькие деньги. Ну как, 630, сколько это в долларах выйдет, я заработал около $35. Друзья, во-первых, не забывайте одну очень важную вещь, что в бинаре считается не только товарооборот вашей структуры, а товарооборот всех структур, которые находятся над вами. Другими словами, как это выглядит? Вот он ты,
Вот твой спонсор, у которого тоже две ноги. Ты может быть здесь, может быть здесь. Разницы нет. Сейчас просто я хочу вам объяснить принцип, как это работает. Так? Ты у спонсора может быть в левой ноге или в правой. Если ты у своего оплайна спонсора находишься в левой ноге, то твоя левая структура внешняя является так называемой спонсорской. Если ты находишь своего спонсора в правой ноге, то твоя правая нога будет твоя спонсорская. Только это разница. Теперь, сразу же важный момент, друзья. В бинаре мы строим две ноги, не одну. Не слушайте людей, которые вам будут советовать. Слушай, ты к спонсору обязательно попади в спонсорскую ногу. И все такую глупость переносят. Да, а в какую ногу меня включаешь? Обязательно спонсорскую. Все крутые лидеры хотят спонсорской. Друзья, знаете, что я сказал моему оплайну? Я сказал, включи меня в ту ногу, которую будешь строить. Чтобы ты со мной работал, чтобы у тебя был интерес со мной работать. Все. А он уже сам размещает, где ему сейчас важно меня разместить, где стратегически важно, чтобы я появился в его структуре. Согласны? Ставьте плюсики или восклицательный знак. Итак, ты у своего спонсора находишься в одной из ног, и в зависимости справа или слева будет это определять, какая нога у тебя будет спонсорская. Теперь заметьте очень важную вещь. Первое, что необходимо сделать, это чтобы ты включил первого человека в левую ногу, в данном моменте в спонсорскую, в данном моменте это в левую, первого человека в спонсорскую, второго человека во внутреннюю. Ты сделал необходимую модель, ты стал экзекутив, это называется экзекутив в плане маркетинга. Если эти люди включились, и у вас у каждого минимум товарооборот по 100 баллов, то исключаетесь с пакетом минимум 100 баллов, вы исполнили все условия, чтобы зарабатывать в бинаре. И теперь внимание. Если тебе повезло, и ты уже в начале включил в бизнес двоих сильных лидеров, что произойдет дальше? Тебе необходимо будет их поддерживать, молиться, чтобы Бог дал им здоровье, силы и мудрости выстраивать бизнес. И в принципе, ты сделал работу своей жизни. Ну, такое редко бывает, что первые, которые ты зарегистрируешь, вот так попадаются, что они сильные лидеры. Но если такое произошло, компания тебя будет ожидать только одной вещи. Чтобы у тебя была активность минимум на 60 баллов, на 100 баллов это активность лидерская, потому что компания делает разные промоушены и так далее, и там предусматривается 100 баллов активность. Но даже достаточно будет 60, чтобы ты из бинара зарабатывал до 26 250 долларов в неделю. В неделю. Это значит умножить на 4, и у тебя будет 105 тысяч долларов в месяц. Бинар не имеет ограничений. Вы понимаете, в чем вопрос, да? Есть некоторые бинары, которые дают ограничения в уровнях. Вы зарабатываете со всей глубины. Но как только ваш доход дойдет до 26 250 долларов, все, с бинара больше не заработаете. Я вам желаю такого ограничения, каждому из вас. Теперь еще одна очень важная вещь. Это то, что компания не ставит условий, кроме этих, чтобы твои люди где-то включались, еще выходили на какие-то квалификации, делали то-то и то. Нет, вот они условия. Ты активный, и твои двоих людей в правой и левой стороны активны. И вот этими циклами 600-300-35 долларов, 600-300-35 долларов. Теперь, бинарная часть очень важна еще тем, что твой оплайн, твой спонсор так называемый, так, он включает людей в свою левую и правую ножку. И сильный спонсор будет сильно строить, слабый, слабее, неважно. Но эти люди, которые попадают в ту, если ты будешь действовать, значит в эту сторону, если ты будешь здесь, значит в этой стороне, по-любому люди от спонсора попадут под тебя. Он включает этих людей, которые делают то же самое, что и ты. Он включает следующего человека, который делает то же самое, что и ты. Но их товарооборот засчитывается тебе для начисления твоих денег. Другими словами, если у тебя во внутренней ноге, допустим, скопилось 3000 баллов, и это 100% люди, которых ты включил в бизнес, а во внешней ноге часть баллов – это баллы твоего личного приглашенного партнера, а остальные – это баллы, которые вот здесь построены сверху, и, допустим, их было 6000 баллов. Из этого 5000, допустим, это… Вот так, как написал, да? 6 тысяч здесь у вас в этой ноге. А вот 5 – это не ваши баллы, не ваши структуры. Это они попали сверху.
по-любому тебе будут начислены циклы. И это не твой товарооборот, это не товарооборот твоей структуры, твоих людей, людей твоих людей. Это товарооборот спонсорской структуры. В другом случае эти люди были бы сбоку, они были бы твоими креслами. А здесь сколько ты заработал? Здесь у тебя было 10 циклов. 10 циклов умножить на 35 равняется сколько? $350. Вот так строится это в глубину бесконечно. Единственное ограничение это вот. $26,250 в неделю. Теперь сразу же переходим к следующему бонусу. Ведь зарабатываете не только вы циклы на цикла, зарабатывают все люди, которые включаются в структуру. Теперь заметьте интересную ситуацию. Когда у человека, который находится, и теперь уже четвертый источник доходов, это лидерский бонус. Это лидерский бонус. И он зависит от того, насколько широка твоя команда. Если ты привел только двоих людей, он будет меньше. Если ты привел в бизнес больше людей, он будет больше. Теперь представляете себе, что у вас таких людей в бинаре, подключенных лично под вами, с одной и с другой стороны 12. С одной стороны 4, вот они между людьми от вашего спонсора, а с другой стороны 8. Это лично приглашено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы не видите на экране, но представьте себе, что они есть. Так? Вот они здесь пошли. 4, 8. Так? 4 с одной стороны, 8 с другой. Запомните эту, это размещение. Так? 4, 8. Мы к этому вернемся. Представьте себе, у вас 12 человек в первой линии. Вы сделали фактически максимальное требование по маркетинг-плану, чтобы быть на максимальном уровне карьеры. Необходимо привести 12 человек. Так, эта квалификация называется квалификация сапфировая. Сапфир. СПА. А, не то получилось. Сапфир, вот так. Хорошо, сапфир. Так. Сапфир это когда ты привел в бизнес 12 человек. Если это было бы в классическом маркетинге, эти 12 человек были бы вот так, вокруг. Но у нас эти все 12, они размещаются в двух ногах. Так, ты сапфир. И представьте себе, я сейчас нарисую это таким образом, что вот он ты, и у тебя 12 человек находится в первой линии. Понятно, что из них будет больших лидеров, согласно статистике, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 человек в первой линии. Вот он ты. Так? И эти 12 человек заработали в циклах $30,000. Разделить на 12, ну, нормальная сумма получается. Так? Кто-то 1000, кто-то 2, кто-то 5, кто-то 1000, кто-то 500. $30,000. Причем это складывается из маленьких цифр. И вам сегодня покажу это в бэк-офисе. И вы будете приятно удивлены, как это в практике работает. Это ваша первая линия. Вы получаете от этого так называемый лидерский бонус в качестве 20% от этой суммы. 20% от $30,000 – это $6,000. Это ваша первая линия. Большие, малые деньги? Не знаю, вам считать. Я думаю, что это хорошие деньги в сетевом маркетинге. Понятно, для лидеров большого калибра, я знаю, что такие люди здесь есть, это деньги средние или маленькие. Но $6,000 – очень многие сетевики мечтают, что зарабатывают $6,000. Это только один источник дохода. Помните, мы розницу даже не считаем. Доход за привлечение, второе – бинарный, и это уже третий доход. Но чем важен этот бонус, друзья, это тем, что мы, каждый из нас, и я, и каждый из вас, будете заинтересованы в том, чтобы помочь каждому человеку в вашей структуре, в первой, второй, третьей, четвертой и аж до седьмой линии. А потом эстафета передается дальше. Каждый заинтересован тем, чтобы люди зарабатывали деньги. Не просто делали товарооборот. И в данном моменте от первого уровня, вот это вот первый уровень, вы зарабатываете 20%. Теперь, чтобы эти 20% перешли в 30%, необходимо сделать всего лишь одну вещь. Чтобы в данном месяце, если ты видишь, что у тебя структура сделала огромный товарооборот, твои люди заработали массу денег, и 20 от 30 – это разница большая, то есть это будет не 6, а $7,5 тысяч,
Необходимо сделать только одну вещь, чтобы у тебя было 10 клиентов. Стоит побороться. Если это не сразу получится, если у тебя будет только 5 клиентов в данном месяце, то тебе будет не 20, а 25% бонус от первой линии. Если мы перейдем на вторую линию, понятно, что если каждый человечек хотя бы по 2 приведет, у нас в структуре будет 24 человека, пусть их доход со второй линии будет 50 тысяч долларов. Я такие цифры показываю, друзья, специально, чтобы вы приучались, привыкали к тому, что надо работать с большими цифрами. Так? 50 тысяч долларов, вот так немножко, чтобы было видно. 50 тысяч. Это значит, что у вас будет бонус 15% от 50 тысяч долларов. Так? 10% это 5. Так? Вы заработали сколько? 7,5 тысяч долларов. Понятно, что вначале это начинается с небольших цифр. 100, 200, 300, 500, 600, 1000 и так далее. Именно сейчас, когда компания заканчивает свой 5-й год, включается очень большое количество топ-лидеров. И вы это сами увидите, увидите в этом свидетелями. Почему это происходит? Причина очень простая. 5 лет – это такой ключевой момент в каждой компании, сетевой или не сетевой. Первые 2 года, если удержалась на рынке, гарантия, вероятность, чтобы компания шла дальше, большая. Но следующие 3 года, всего лишь 5, так? Это время, момент истины. Или компания будет развиваться вот так, или компания будет развиваться так, или так. Вот это определяется после 5 лет. Мы сейчас развиваемся вот так. Это почти вертикальный рост товарооборота. План маркетинга необходимо рассматривать в совокупности, рассматривать все источники дохода. Я вам пока перечислил их 4, фактически 5, так? Потому что 5-й источник – это вот этот, так? Это тогда, когда ты увеличиваешь свой доход с первого уровня тем, что ты привлек клиентов. Это очень важно, друзья. Клеем в нашем бизнесе являются клиенты, не дистрибьюторы, не партнеры. Нам, наконец, необходимо это понимать. Посмотрите на свои структуры. Люди зарабатывают деньги, прокупают активность. Не зарабатывают, не покупают. Это больное место. Если мы готовимся и работаем таким образом, что у нас есть и клиенты, и партнеры, клиенты вас заставят, чтобы вы зарабатывали деньги, они захотят у вас покупать. Сделайте так, чтобы вы полюбили эти продукты и ваши клиенты. А я вам гарантирую, независимо от того, какое у вас будет настроение, деньги будут приходить на ваш счет стабильно. Клиент – это клей в сетевом бизнесе. Я более чем уверен. Посмотрите на такие компании, как Гербалайф. Очень трудный план маркетинга. Личная активность – 2500 баллов в месяц на уровне супервайзер. Фирма Forever Living Product – личная активность около где-то 1200-1500 долларов, чтобы зарабатывать со структурой. Личная активность. И тем не менее, это миллиардные фирмы. Почему? Потому что у них серьезный акцент на две стороны. Построение сети и построение клиентов. Клиенты эти фирмы поднимают. Людям надо в этих фирмах памятник при жизни ставить, потому что я в шоке. Как они это делают? Здесь у нас равновесие. Я люблю гармонию во всем. Я люблю равновесие. Идем дальше. Идем дальше. Это что касается бонуса от нашей лично привлеченной команды. И этот бонус работает до 7 уровней. Первый уровень – это 20%. Второй уровень – это 15%. От третьего уровня нам компания платит 10%. От четвертого – 5%. От пятого 5, от шестого, секундочку, от пятого 5, от шестого 5%, это все проценты, так, и от седьмого уровня 5%. Теперь внимание, теперь смотрите, вот они проценты, так, от первого до седьмого уровня. Чтобы выйти на первый уровень, вам необходимо быть нефритовым директором. Чтобы выйти на второй уровень, вам необходимо быть жемчужным директором. Чтобы выйти на третий уровень, из 3 уровней зарабатывать, вам необходимо быть сапфировым директором. Дальше идет рубин, уже латинским буквам, ну ладно, рубиновый директор, потом идет изумрудный директор, так, потом идет бриллиантовый директор и двойной бриллиантовый директор.
То есть, чтобы зарабатывать со всех семи, необходимо быть двойным бриллиантовым директором. Внимание! Я сейчас не буду вам показывать всех фишек, как выйти на эти уровни, но я вам остановлюсь на самом главном уровне, фактически, который определяет наше построение команд. Так? То есть, сапфировый директор, который зарабатывает самые большие деньги с трех уровней. Чтобы стать сапфировым директором, друзья, мы к этому сейчас вернемся, а может быть здесь рядышком сразу же. Чтобы стать сапфировым директором, я вам уже сегодня об этом говорил, необходимо привлечь в бизнес 12 человек лично, личных, так, личных партнеров, которые разместятся следующим образом. 4 в одной ноге и 8 во второй. Обычно это 4 человека в левой, или неважно, в спонсорской, 8 в личной. Теперь, друзья, мы не говорим о том, чтобы подписать 12 человек. Мы говорим о том, чтобы привлечь в бизнес 12 человек, которые зарабатывают деньги, которые делают какую-то активность. Так? 12 человек. Теперь, что еще необходимо сделать? Каждый из этих 12 человек должен сделать вот такой вот шажок. Так, вот он, твой партнер, и у него в одной и во второй ноге минимум по одному человеку, каждый из них на 100 баллов. Вот таких 12 маленьких команд необходимо создать, чтобы стать сапфировым директором. 12 таких команд. Теперь смотрите, очень важный момент. Компания нас не ограничивает, сколько на это дается времени. Но, если кто-то входит с пакетом в бизнес, с пакетом амбассадор, амбассадор-пак, который стоит 1400 долларов, около, так, вместе с доставкой в ваш дом, приблизительная цена. Но что этот пакет дает, друзья? И почему мы сейчас постоянно этот пакет говорим, рано утром и вечером, амбассадор пак, я зашел с этим пакетом. Все наши ключевые люди, вся наша первая линия зашла с этим пакетом. Что в нем такого? Первое очень важное преимущество – это то, что ты получаешь возможность зарабатывать как сапфир. У тебя временная квалификация сапфира. Временный сапфир на 180 дней. А это значит, то есть так, если ты зашел с пакетом амбассадор, ты получаешь на эту сумму товар, это не просто какие-то там обещания, билеты и так далее на лучшее будущее. Есть реальный товар, здесь широкая гамма продуктов. Туда же входят платежные карточки, кстати, я вам покажу, как они выглядят. Они работают в любой стране мира. Это карточка, не привязанная к фамилии. То есть, если пакет, вот такая она. Вот такая карточка NXPay. Она работает в любой стране мира. Это не Visa, это не MasterCard. Это специальная международная система, которая безотказно работает. Я это проверял. И скажу вам, что фактически мало есть таких банкоматов, которые не обслуживают эту карту. Вы ее регистрируете, вы ее привязываете к своему портфелю. И в этот момент она становится вашим личным источником для вывода денег в любой стране мира. Это очень удобный момент. Так, теперь, что вы получаете, когда вы находитесь на позиции амбассадор? Вы получаете, еще раз повторим, возможность зарабатывать как сапфир в течение 180 дней. То есть уже сразу, сначала, вам компания выплачивает 15% и 10%. Так, чтобы здесь было понятно, здесь 15, так? Вот. 15 и 10. Первый, второй и третий уровень. Смотрите, какая фишка. Я вам сейчас показываю. Вы включаетесь в бизнес. Еще раз нарисую. Вот он твой аплайн, твой спонсор. У него тоже бизнес. Я всегда рисую с этой стороны, так? Но не важно, чтобы вы не привязывали, что обязательно надо своего спонсора быть в левой ноге. Нет. Так? Это просто мне удобнее здесь писать, чем здесь. Ты будешь здесь, это не важно для тебя. Будешь в правой ноге, твоя правая структура будет спонсорской, а левая структура будет внутренней. Только этим отличает. Окей. Поэтому, что сейчас очень важно знать. Когда ты включаешься в бизнес, у тебя две структуры. В данном случае вот эта левая, это будет спонсорская. Тебе необходимо построить следующий алгоритм. Первого человека в спонсорскую линию. Второго человека во внутреннюю. Активных. Мы говорим активных людей, не подписанных просто. Вы можете зарегистрировать 33. Мы говорим сейчас о тех, которые выкупили пакет. Так? Дальше. Следующих троих людей, дорогие мои друзья, активных, вы включаете в спонсорскую.
И вы закрыли работу над спонсорской структурой. Всех остальных вы включаете во внутреннюю ногу. Не делайте так, друзья, что вы пару человек, фигурирующих каких-то сюда, включите, а спонсор построит за вас, а всех остальных будете сюда. Нет. Объясню, я задам вам один вопрос, друзья. Представьте себе, что у вас upline, у него большая структура с одной и другой стороны, часть его структуры под вами. И вы, беря под учет, что структура вашего спонсора, вот она где-то здесь, вот другим цветом напишу, где вот. Здесь вот так. Вот они здесь, эти человечки, размещены. Здесь. Много людей со структурой спонсорской. Не знаю, как вы, но я строю свой бизнес. Я не заглядываю в карман своего спонсора, я строю свой бизнес. Я четко определил, чтобы мои обе структуры, правая и левая, были сильные. Почему? Потому что если моему спонсору, не дай Боже, придет в голову пойти куда-то в другой бизнес, это его дело. Если ему взбредет в голову остановиться, ничего больше не строить, это его дело. Но если у меня обе ноги сильные, у меня там сильные люди с моей личной командой, то я зарабатываю деньги независимо от спонсора. Я всегда принимаю решение, что вот, я присоединен к компании. Если что-то сделает спонсор в этой ноге или в этой ноге, если я справа нахожусь, это дополнительный супер бонус. Супер, слава Богу. Может быть, я очень рад. Но если его не будет, плакать не буду, слезы и сопли вытирать не буду, я строю свой бизнес. И это я обращаюсь к вам, вы лидеры, вы должны понимать, что бизнес строится в ширину и в глубину. Ширина – это деньги, глубина – это стабильность. Чем глубже мы построили, тем стабильнее приходят деньги, тем чаще эти циклы появляются. Понятно, да? 4 в спонсорскую, 8 во внутреннюю, и каждого из этих людей вот таким образом, чтобы каждый из этих 12 человек сделал активность и поддерживал активность минимум на 100 баллов. Понятно, да? Вот таких людей. Это все. Чтобы выйти на квалификацию бриллиантовые, друзья, необходимо сделать всего лишь 3 вещи. Первое. Привести в бизнес 12 человек. 4 в одну, 8 в другую. Из этих людей в 6 линиях, не обязательно 6 первых линий, но в их, у них в глубине, поднять 6 сапфиров и заработать минимум 1000 циклов. Вы бриллиант. Вы получаете бриллиантовый пул. Теперь проанализируйте еще раз. Чтобы сделать бриллиантов в нашей компании, необходимо привести в бизнес 12 человек, которые приведут по 2, 4 в одной ноге, 8 во второй. И из этих 12 выбрать 6, которые выйдут на, поможете выйти, вы выйти на квалификацию сапфира. И заработать еще 1000 циклов. То есть, когда вы дошли до 1000 циклов, заработали 35 тысяч долларов, и вы исполнили эти условия, вы попадаете в бриллиантовую команду. В среднем бриллиант зарабатывает от 70 тысяч долларов и выше. Но беря под учет все фишки, которые сейчас работают, плюс пакет Founder, бриллианты зарабатывают более 100 тысяч долларов. 30 человек в компании стало мультимиллионерами за последние 3 года. За 3 года всего лишь. Вот так. За 3 года. Еще раз объясняю, чтобы вы поняли это внимательно. Вот они вы. Вот она Алиса. Так? Я сейчас вот так вот нарисую. Да? Вот у вас есть 6 сапфировых ног. Понятно, что они размещены таким образом. 6. Так? Сапфировых. Это не значит, что первые линии должны стать сапфирами. Это значит, что в каждой из этих 6 ног, в каждой из этих 6 ног где-то должен появиться сапфир. Это может быть в первом, в третьем, в пятом, в десятом уровне ват. 6 сапфировых ног. Может быть, не первая линия. Не надо кого-то насильно делать счастливым, если он не хочет. Найдите человека сильнее под ним, горячее и помогайте ему. Замечательный план маркетинга. Вам нравится? Я могу об этом долго говорить, но за час времени, в принципе, я самую главную работу для вас сделал на сегодня. Пусть каждый из нас включит по 10 человек до конца месяца на пакет «Амбассадор», а лучше 12, чтобы вы могли сделать костяк на сапфира. Для первых сапфиров, друзья, у нас будет особенная награда. Для первых сапфиров. Всего доброго, друзья.